Из Дубая, друзья, продолжаются съемки в Дубае. Как вы видите, мы находимся сейчас в самом-самом центре элита Дубая, Пальма. Многие, да, туристический центр. Я думаю, что вы многие видели данные пейзажи на всех открыточках за Дубай, на всех магнитиках. Друзья, в каждом ролике, это будет часть не знаю какая, почему, потому что еще какие-то видео монтируются. Когда вы смотрите это видео, значит, в этот момент я уже нахожусь в Армении. Увидите несколько обзоров от машин от меня. И в продолжении будет снимать здесь Фарид стабильно. Это его голос за кадром. Он вам показывает автомобили в реальном времени, в реальную цену. То есть, смотрите, я улетаю, он остается. Он снимает цены, которые здесь на месте. Мы просчитываем вам автомобили. Поэтому в процессе ролика, друзья, вы цену под ключ не услышите. Вы посмотрите ролик. В описании и в закрепленном комментарии будет уже цена этого автомобиля. Почему? Потому что днем, когда ходишь, снимаешь машину, жара 40-42, телефон и так вырубается. Ты еле уточняешь цену у продавца, он тебе называет там, допустим, 370 тысяч дирхам, ты максимум их делишь на 365, 367, 36, когда какой курс, все, ты получил эквивалент в долларах, нужно дальше считать логистику, растаможку каждой машины разная, и это все невозможно сделать, поэтому приятного тебе просмотра данного ролика, это будет не завершающая часть, еще очень-очень много роликов будет с Дубая. Их будет снимать Фарид. И по моей просьбе, по просьбе подписчиков, он будет вам показывать не только машины, запчасти, как их скупаем, отправляет нам, как происходит ремонт машин, что вообще делаем. И немножко о жизни Дубая, друзья. Потому что, ну, не только все в машинах заключается. Да. Ну, в первую очередь мы здесь живем. И я думаю, вам будет тоже интересно, кроме автомобилей, увидеть, как люди, наши соотечественники, проживают в этой стране. Да, в предыдущем ролике я сказал, что тут очень много россиян скупают квартиры по полмиллиона долларов, и это здесь сейчас очень актуальная тема. Сейчас очень много ребят приехали и занимаются каким нафиг автоблогингом, друзья. Тупо взял телефон в руки, открыл брокерское агентство и продают квартиры. Но это уже не наша тема, но, может быть, Фарид вас с вами поделится. Так что все, приятного просмотра. Тачки, 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 тачки. Самые горячие цены. Поехали. Попали еще в один рай. Здесь покупаем карбоновый руль для нашего клиента. Кожа, оригинальный карбоновый руль для 200-ки. Сейчас его забираем. Также здесь мы покупаем несколько облицовок для тюнинга. Отправляем нашим клиентам. И да, вот Нисма, ту, которую хотели, его покупаем. Также сейчас мы здесь будем покупать решетки на наши врандлеры, которые у нас получили недавно. Так, что есть этот? Такому нету, да, на крышке? Так, также нам нужна крышка на такому для нашего Сереги. Вот, так как он у нас на таком и передвигается, я ее ему дал. И ему нужно будет там возить оборудование. И чтобы не было испорченного оборудования, впереди зима, нужна крышка на такому. Так, ну пока тут тоже все, что нужно, мы набираем на наши машины, друзья. Стопы, фары. В общем, закупаемся. Короче, произошел казус. Договорились в одном месте за крышку такому. Приехали, а у него она оказывается от тундры, и она не подходит. Вот, и нам сейчас нужно найти крышку на такому. Вот. 40 градусов жару ходит. 40 градусов жары, магазины закрыты 85%, а то и 90%, потому что обед у них, еще что-то. Мы идем, не знаю, по лицу видно, прям с носа капает пот, пот в глаза льется, ничего не видно впереди. Идем, говорит. Что, еще один магазин нашли? Здесь. Закрыто. Закрыто, опять закрыто.
Идем дальше. Отправляем еще два гибридных Хайландера на Россию, друзья. Но это не просто два гибридных Хайландера. Значит, завезли их, друзья, по просьбе наших клиентов на доработку. Установили подогрев и обдув на данные сиденья. Перешили в кожу. Здесь идет вот такая вот кожа. Здесь идет полностью черная кожа. Фарид в данный момент принимает работу. Расплачивается за все это. Так, здесь карбоновые накладки. Кожа здесь. Кожа обдув. И вот. Так, допом сколько отдали Фарид за эту комплектацию? За все? Да, да, за все подключить. Сколько нам? 2500 долларов мы получили кожаный салон, обдув и подогрев сидений, плюс карбончик. 360 камеры. И 360 камер. И вот обшивки вот этих вот картеров, все это. Ага. То есть, грубо говоря, мы взяли плюс-минус за 48 тысяч долларов на рынке на тряпке салоне, добавили 2500 долларов и получили уже максималку, друзья. У них она и так идет максималка, только она у них идет не кожаный салон, без карбона, без этого всего. 22-й год, 72 тысячи долларов данный автомобиль уходит нашим клиентам. Еще два автомобиля уезжают. Эти машины, заказ у нас был принят с ростовского офиса, уезжают на Ростов. Мир запчастей в Дубае. Оригинал, не оригинал, дубликат. Историста превратить в рестайм. Нет проблем, как говорится. Друзья, я, если честно, вот, ну, против из рестайлинга превращать в рестайлинг, потому что, ну, обвесы и мопесы, они от солнца корежатся, превращаются в фиг пойми что, да? Я больше согласен, когда доукомплектовка идет подогрева и обдува, с этим я согласен. Все остальное, мне кажется, порнографией. Вот мы ищем определенный магазин, нам нужны определенные запчасти. Продолжаем покупку запчастей. Так, закупаем дальше запчасти на наши машины. Оп. Чего тут только нету, друзья, каких машин только нету. Да, куда зайдем? Давай зайдем. Давай зайдем, да. Ну, движение, с ума сойти. Так, вот Civic. Нам на Civic нужно будет купить капот, крыло, фары. Вот нам вот на такую такому, друзья, так, сюда приехал. У нас вот такая такомочка стоит в Армении. Нам на нее нужна крышка багажника. Смотрите, сколько здесь Тойот. И представляете, они все почти на разбор. Смешно? Ну вот, представляете себе, да? Новая тачка и уходит на разбор. Смотрите, здесь мы закупаем на наши пикапы запчасти. Друзья, у нас вот такая Такома в продаже, да? И мы сейчас берем на нее еще крышку, потому что пока она продается, нам нужна крышка. Мы на ней часто передвигаемся в Гюмри, впереди зима, перевозим свои инструменты. И чтобы они не промокали, были защищены, здесь в Дубае хватает крышку. How much? This 2800. 2500 дирхам. 2800 тысяч дирхам, вот это... крышка. Делите на 3,66, посмотрите, сколько баксов. Баксов почти 800. Да. Да, 800 баксов эта крышка.
заезжаем, друзья, в тюнинг-сервис, куда я привез свою малышку, которую я купил. Не будет никаких дубайских обвесов на моей малышке, друзья. Просто я решил свою машину сразу же подготовить, сделать бронепленку, поменять тормозную систему. А какая машина и что будем делать, смотрите дальше. Да, друзья, мы попали в Ride Detailing Tuning, друзья. Мерин. Крутая, да, тачка, друзья? Смотри, как она в матовой пленочке смотрится. Круто, стильно. Как ты думаешь, подойдет она мне или нет? Напиши в комментариях, потому что я посчитал, что его покупать мне нет смысла, так как едет ко мне конвет. Смотрите, друзья, что здесь за чудеса происходят. Здесь из черного автомобиля превращают черный в матовый. Это Ford Raptor. Идет полный тюнинг. Полностью, друзья, его матовую пленочку. Помимо матовой пленочки еще очень много бонусов, друзья. Ну что, открываем занавесы, друзья. Что мы забирали со склада? Идемте. Идемте, идемте. Вот он. Cadillac Escalade, друзья. Спорт. Премиум. Комплектация. Заехал. Взял. Ждал. Долгое время. Дождался. И вот теперь он приехал, друзья. Посмотрите, что он за красавец. Давайте покажу, расскажу, что я себе взял, почему я ждал и почему мой выбор остается на нем. Итак, друзья, Cadillac Escalade. Максимальная комплектация с выдвижными подножками, с подсветкой по подножкам. Серая кожа, то, что я искал. Я не хотел ни белую, ни черную кожу. Подогрев охлаждения. Дальше, проекция на экране, большая панорама, 36 динамиков, друзья. Максимальный жир, который я хотел для себя, я его взял. Посмотрите, 14 километров, да, потому что мы его разгружали-выгружали. Забрали его со склада, как я уже говорил, друзья. Сюда мы его для чего привезли? Давай еще покажу сзади. Кстати, здесь у меня бизнес-сиденья комфортные, откидываются здесь. Так, что у нас тут получается? А, у нас с этой стороны подлокотник. С этой стороны у нас подлокотник откидывается. Третий ряд имеется. Большие мониторы здесь. Наушники с ним в комплекте идут. Подогрев, охлаждение задних сидений. Короче, свежий, что хочешь есть. Так, друзья, здесь... Эскалайдов много, но именно тот, который я хотел, я не мог найти, реально не мог найти. Я его при помощи Фарида забрал с дороги. Он новый, его купили, он ехал, и я его забрал. Теперь мы приехали в один из самых крутых детейлинг-сервисов, друзья. Только что здесь, отсюда уехал новенький Урус, видите, новый Мерин. Новый Ford Raptor здесь делается. Моя поездка была реально здесь не просто. Первое, друзья, полностью бронепленка. Однозначно. В Армении данный автомобиль должен спуститься, уже тонированный. На таможне я его должен встречать тонированный, друзья. По-другому никак. Дальше. Кто смотрит обзоры за Escalade, у него 6.2 мотор. Больше 400 лошадок, но при этом тормозная система заводская желает лучшего. Смотрите, здесь маленькие суппорта, маленькие диски. 2-3 раза газанул, тормознулся. Все, тормоза тебя не будут слушаться. Поэтому мы здесь меняем на Brembo тормоза. Короче, чтобы вы понимали, только здесь на месте я только за тормоза отдал $6000. Полностью все это выкидывается, ставятся новые тормоза. Дальше. Диски красим в черный хром. Обязательно. Диски в черный хром. Да, здесь знак Escalade. Мы тоже меняем
и красим на черное. И, возможно, бонусом, возможно, это еще решается, будет перешит потолок в Rolls-Royce. Это еще думаем. Дальше, здесь также бронируется все. Это керамика покрывается, чтобы здесь, когда на мойку приехал, может прям вот так прям тряпочкой спокойно помыть и не бояться, что тебе поцарапают. Все кнопочки, все ручки, экраны, все бронируется. Вот, друзья, сколько мне обошлась эта покупка в этот раз. Честно, еще не считал до конца. Здесь на месте 130 за машину отдал. И получается, еще отдаю здесь в этот сервис 3600 за бронь пленку. Так, за диски сколько отдаем за покраску? $1200? 1200 дирхам. А, 1200 дирхам, это 400 долларов. Да, 350. Да, по $400 отдаем за покраску дисков. Далее $6000 отдаем за бремодиски. А дальше тонировка. Посмотрим. Тонировка и остальные приколюки, посмотрим, что мы хотим себе сделать. Ну что, как только привезу в Армению, растаможу, это будет уже сегодня у нас, смотрите, 12 числа, думаю, что до конца месяца я его привезу. Почему так быстро я его привезу? Доставка данной тачки мне обходится 5000 баксов. В закрытом контейнере эта ласточка приедет ко мне в Гюмри, я ее встречу и растаможу. Естественно, в первую очередь мы заканчиваем подготовку данного красавца, друзья. Делаем полностью бронепленку, покрываем данный автомобиль. Ну а потом только уже переходим к моему автомобилю. То есть сейчас заканчивается УРУС. УРУС загружается в закрытый контейнер, потом переходим уже к этому автомобилю. Ну, как-то вот так, друзья. Работаем. Надеюсь, что вам нравится наша работа, наш контент. Пишите в комментариях, друзья, что бы вы хотели видеть у меня на канале. Я хочу огромное спасибо сказать всем тем, кто доверяет нам, в нашей порядочности, в нашей чистоплодности. А мы, как говорится, лицом грязью не падаем. Мы показываем еще раз, друзья, свою работу. Через YouTube я не пытаюсь продать автомобиль либо свою услугу. Могу сказать, друзья, элементарно, заказ данного автомобиля, человек, который у меня его заказал, купил, ни разу не смотрел ни один мой YouTube проект. А я вам показал свою работу.